Сотрудниками московской полиции во взаимодействии со специалистами группы IB пресечена деятельность организованной группы, специализировавшейся на хищении денежных средств граждан дистанционным способом. Предварительно установлено, что злоумышленники на популярных интернет-площадках размещали объявления о продаже объектов недвижимости, премиальных автомобилей и медицинских масок. Заинтересовавшихся этими предложениями граждан сообщники просили подтвердить платежеспособность. Для этого им предлагалось перечислить некоторую сумму кому-либо из своих знакомых или родственников, используя определенные платежные системы, а затем предоставить продавцу квитанцию о финансовой операции. В дальнейшем, узнав таким образом персональные данные получателей переводов, соучастники изготавливали на их имена поддельные паспорта, с которыми посещали кредитно-финансовые организации и снимали со счетов граждан денежные средства. По данным фактам возбуждено 7 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые в настоящее время соединены в одно производство. В результате оперативно-розыскных мероприятий на территории города Москвы, а также Московской, Саратовской и Волгоградской областей сотрудниками Московского уголовного розыска при участии Росгвардии были задержаны 9 подозреваемых. 4 фигурантов заключены под стражу. Остальным избраны меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По адресам фактического проживания подозреваемых были проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты поддельные паспорта, штампы, бланки временного пребывания граждан, банковские и сим-карты, компьютерная техника, а также средства связи, имеющие доказательственное значение для уголовных дел. Имеется основание полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению более 30 аналогичных противоправных деяний на территории Московского региона. Предварительное расследование продолжается.